Здравствуйте, Семен Дмитриевич. Здравствуйте, Степан Иванович. Ну, как здоровы? Ничего, благодарствую. Ну-ну. Вот все-таки вспомнили про нас. Да-да, вот и довелось. Ну-ну, порадуйте стариков. Не ждали они вас, не чаяли. Да-да. А родитель ваш все к вам собирался ехать. Поеду, говорит, к сыну Степану Ивановичу. Да. Он говорит, в Москве занимают большую должность. Истинно? Да, очень лестно у вас отзывались. Ну да, по-стариковски, конечно. Да-да-да, а я вот взял, да и сам приехал, а? Вот-вот. Слушка, Степан Иванович, да. Значит, все-таки тянет вот на родную ту землю. Тянет, дед Семен, тянет. Вот-вот-вот. Вот ведь оно что получается. Здравствуйте, мама. Так это чего же такое-то, Господи? Ну, чего ж с ним делать-то будем? Что делать? А ключа нет. О, товару тут. Вика, мама. Дай сюда. Ой, это кому ж платье-то? Мамаша. Бежит. Как сейчас помню, все она куда-то бежала. 10 лет прошло, она все бежит. Так и что ей дело-то ее какое? Именно все бежит и бежит. Тише. Пойди-ка сюда. Вот не знаю, сгодится, нет ли. Чему тратьте, Степан Иванович? Ничего, ничего. Ну, а это кому же? Кто тебе сказал? Я сам привел! Да, ну, да,
сынок. Удивил. Спасибо за память, спасибо за внимание именно к нашим Палестинам. Ну так. Надолго к нам? Это еще весь разговор впереди, батя. Ну так. Вид имеешь из себя здоровый, солидный. В общем, с карточкой сходится. Да уж, какой есть, батя. Не знаю, угожу или нет, но выбирал самое, что ни на есть модное. Да-да-да-да-да. Ну, это мы сейчас выясним, что тут есть за музыка. Писано не по-нашему, не по-русски, в общем. Любопытно. Это кто ж такие поют? Это негры, батя. Что-то не весело они поют, Степа. Если у них печальный, вроде как-то не стройная. Ведь кто поет-то, мать? Сказано, поют негры. Ну а какая у негра может быть жизнь? Известно, жизнь у негров хреновая. Извиняюсь, конечно. Ну вот и поют соразмерно посредственно. Снимем эту музыку и поставим номер 83. Бригадира нет. Ой, то. Мать Сергей до полного форса, а как снимать был чисто в толк не возьму. Я девчонка баевая, баевая, я и есть, а нынче времечко такое баевимо. Каково, а? Да ну тебя. Ой, что-то хвастливо стал у меня, граждане. Вот она как.
не говоря худого слова, прямо берет и ведет. В этом поступке вижу свою наше житье-бытье, конечно, возможно, отнесется критично. Но, товарищи, именно не боясь критики, пусть чай он скажет со всей прямотой, что достигнуто, чего нет. И вернувшись от нас в центр, пусть чай даст именно беспристрашную оценку завоеванием своего родного села, своих родных мест. Товарищи, тут, по-видимому, пора разъяснить некоторое заблуждение насчет моего приезда к вам. Или лучше сказать, к себе, в деревню. Когда-то родное село послало меня в Москву учиться, набираться ума. Прошло с тех пор немало лет, и вот я вернулся. Вернулся, чтобы поработать здесь с вами. Попробовать создать здесь школу получше. Одним словом, школу, достойную нашей знатной деревни. Так, полезное дело. Значит, остаетесь и здесь? Да. О, ну что ж. Полезное дело. Ну что ж, поговорим, сынок. Так, значит, не достиг. Не смог. Не сумел подняться и вернулся именно. Не сон, Глебаш. Вот положение на сегодняшний день. За что? За что мне, пожилому человеку, такой позор и столько горя? Вот он. Вот он сидит и буквально скалит зубы. Что ему за печаль, что у отца душа сгорела? Ах, ведь есть за которым людям счастье. У Худякова Алексея сын человек, а что был? Сопляк, мальчишка. Город по огородам воровал. В приятелях с тобой бесстыдником ходил. Комбриж!
небе летает. Имеет ромбу, в воздухе почет. И на земле ему почет. А я-то дурак. Думал, мой он всех переклеснет. Куда, мол, всем до моего Степана? Ну, нет. Зря ты все это, отец. Зря ты себя расстраиваешь. Молчи! Ты мне ответь на вопрос. Что ты со мной сделал? Вы кое-чего недопонимаете, батя. Вы успокойтесь. А утром мы с вами поговорим. Утром? Мне до утра еще дожить надо. Как завтра по селу пойду? Вот в чем вопрос. Как в глаза-то людям посмотрю? Спасибо, Степан Иванович, за награду. От всей души благодарю вас, дорогой сынок. Кажись, отшумел. Это что, бать, характерный ужас? Да, строгий мужчина. Строгий. Это только видимость одна, Груня, так ты добрый он. Добрый. А он как наступает. Это ж понять надо, Груня. Ведь он Степана пуще себя любит. Ведь только твердит, мой Степан, да мой Степан, вот Тимой Степан. Зря ругает. Ты знаешь, Марийка взглянула ему в глаза, так сразу вижу, человек содержательный. Я этого Груня не отрицаю, он очень умный человек. Только вот именно дурашливый какой-то, вот что себе в голову забьет, так селом не выбьешь. Он мальчишкой-то такой был. Я помню. Груня, вот какая у меня есть мысль. Что если спросить нам у бати в отпуск, да поехать поглядеть в общем жизни. Ну, а что ж. Вот я так рассчитываю. Еще как на курсы ехать, про поедем погулять. Например, в Мурманск. Вот мне товарищ Ремезов рассказывал, что в этом городе, в Мурманске, солнце ну нисколько не заходит, как встанет на небе, так как рук стоит. Что? Да. А зимой в этих местах можно подать явление северной силы. Пони будут перья всех-всех цветов. Очень красивый, замечательный вид. Вот это явление интересно бы наблюдать. Слышь, Груня, ну что большое дело, взяли да поехали. Груня, я чего примечаю? Поскольку мы с тобой отличились, так все ребята теперь шею клонят. Ну, буквально смешно. И каждый норовит, чтобы им жениться. Но я за себя, Груня, твердо решила ответа никому не давать. Вот хочешь верь, хочешь не верь, но никому интереса нет, Груня, у тебя. Вот у меня именно что нет, а у тебя есть. Кто? Кто? А кто есть, тот и есть сама, знаешь кто. Расскажи, на какую букву? На букву Р. В общем, район. Ну, коль так ставишь вопрос, я не отрекусь. Но и ты, Груня, не отрекайся. Я в школе тебя сегодня смотрела, все примечала, не зря ты вокруг Степана велась. Аня Графена, смотри. Ты, подруженька моя, а ты моя советница. Ай, мы с тобой поговорим, не знаю, что не сплетница. Ой, зря я на него поглядела, Манюшка, зря. Как увидела его глаза, так будто что толкнул. Несвободный он, Мань, человек, несвободный. Вот что. Так и видно, и в обращении стеснительный, знаешь, как в секрете, что держит. Ладно, что на курс уезжаю, а то натерпелась бы я из-за его. Лебнула бы горько. Да ночи чё-то как ворона раскакалась. Ой, серые камни, пять пудов, ой, серые камни. Не тянет сквозь проклятая любовь. Батя вернулся. Кого опять не начал? Вот беда с ним честь-то маленькая. Пойду, что ли? Проводи, подруга. Ну так что? Здравствуйте, Семен. А, здравствуй, Степан Иванович. Что сказывают люди? Опять возвертался ты к нашей деревенской жизни. Верно? Так ли брешу? Верно, дядя Семен, верно. А, ну туда, так. Что ж имеешь предположение делать? По хозяйству ли, как ли? Учительствовать буду, дядя Семен. А, ну да, конечно. Которому здоровье не позволяет по хозяйству, ибо... Способности то нет. Ну, конечно, можно и учительствовать податься. Да, это так. Вот-вот.
Куда, куда тебя леший несет? Что это значит и как это понимать? Вот положение. Передо мной два члена колхоза. Хорошо. Во дворе стоит лошадь. Ладно. Та лошадь стоит с 6 часов утра и прибирает тот же колхоз на вес. Вот. Вот она лошадь. Теперь на часах времени 12 часов и 16 минут. Вот положите. Людям дан наряд на вывозку на два. И эти люди здесь, передо мной. А на ту лошадь у меня на столе лежит 6 заявок. Но как это все в целом назвать? Позор! Позор на весь район! Чтобы в образцовом колхозе не наблюдалось подобной земли. Возьмем еще вопрос. Куда я теперь наряжу ту лошадь и как возмещу простой убыток? Вот кто мне ответит на этот вопрос? Товарищ председатель, дайте мне эту лошадь на вторую половину дня. Мне как раз нужно съездить в район. В силу чего? Почему я чего? За школьными пособиями. А. Чересчур вы прыткий, товарищ педагог. Вы возьмите, да пройдите пешочком до станции. А там билет 40 копеек до району. Ну, а в районе опять пешочком пройдете. Что ж касательно школьных пособий, то вам придется просить, просить и просить. А когда вы допроситесь, вот тогда бесспорно лошадь мы вам дадим. И вы их бесспорно доставите в село. Вот вам мой ответ. Товарищ председатель, во-первых, лошадь я вам плачу из школьных фондов. Это раз. Ну так. А во-вторых, если я сегодня не привезу учебных пособий, да-да, то лошадь вашу никогда можете мне больше не давать. Так вас устроит? Ну что ж, это по деловому. Значит, ежели не приведете, то лошади я вам больше не даю. Точка! Товарищ Кукин, запретите комика, товарищ педагогу. Вашего педагога разнообразным знаниям. Давайте поэтому сразу установим отношения. Всякое дело требует дисциплины. Учение есть величайшее дело в жизни человека. И поэтому требует что? Дисциплины. Величайшей дисциплины. Когда я, ваш педагог, вхожу в класс, следует установить полную тишину и приветствовать меня
стоя. Понятно? Понятно. Попробуем проверить. Здравствуйте, товарищи. Так. Все-таки еще не все поняли. Попробуем еще раз. Слышь, не надо. Он просто так камень ломает. Встань, Серега, сейчас же. Вот теперь все поняли. Сядьте, товарищи. Для начала мы с вами прочтем одну небольшую вещичку. А что это за вещичка? Вы сейчас узнаете. Сочинение Антона Павловича Чехова. Ванька Жуков. Девятилетний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в учениях сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна и прерывисто вздохнул. Милый дедушка Константин Макарович, писал он, и пишу тебе письмо. Ванька вздохнул, умакнул перо на выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются. Посылают в кабак за водкой и велят красть огурцы у хозяев. А хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, а вечером тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, делай божескую милость. Возьми меня отседа домой на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отседа, а то помру. Мы теперь. Потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он. «Богу молиться. А если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, аль за место Федьки в подпаске пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. Приезжай, милый дедушка, продолжал Ванька. Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то все меня колотят, и кушать страсть хочется.
А скука такая, что и сказать нельзя. Все плачу. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умахнул перо и написал адрес. На деревню дедушки. Потом почесался, подумал и добавил. Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Малыш, адрес-то ведь он неверно написал. Не дошло его письмо. Не дошло. Успокойтесь, ребята. Письмо дошло. Сядьте, ребята. Сядьте, Петя. Письмо дошло, товарищи. Оно не попало в руки к дедушке Константину Макарычу. Оно попало в руки другого человека, который посильнее дедушки Макарыча. Тот человек нашел Ваню Жукова и вышвырнул его хозяина Аляхина вон из нашей земли, как вышвырнул всех хозяев, для того, чтобы Ваня Жуков мог учиться, мог стать большевиком. Имя этого человека Владимир Ильич. Правильно. Ленин. А за Ваню Жукова вы не беспокойтесь, ребята. Я его знаю. Он вырос, стал большим, настоящим человеком. Хоть бы и вам такими стать. А пути у вас до этого куда как легче. Не то, что у Ваньки. Вот ведь затем вы и пришли сюда. А? Иди сюда. Ваня, иди сюда. Книжа, книжа. Чист читальня. На, где учитель? Гли. Положь на стол. Что ж, часто называют? Да, через три дня на четвертый. Кто ж ты его так помнит? А кто его знает? Москва город большой. Крестьянская война в Германии. Фридрих Энгельс. А рука-то женская. Брось ты объем думать, Груня. Ведь только зря ты себя расстраиваешь.
Поскольку родной он мне брат, так я все про его знаю. И заявляю тебе, что зря и зря. Ты знаешь, кто у него есть? Кто? Карточка. Что ты? Да. Я уж не хотел тебе говорить-то. Да он который раз всех вытащит, поставит перед собой и все смотрит, смотрит. Глаза у него до того жалостливые сделают. Так что и не надейся. Красивая она. Карточка-то. Ужасно красивая. И как есть я шел. Верно. Марей, покажи. А что ты, Груня, да ведь она у него спрятанная. Спрятанная. Как не спрятанная была, бы я сама увидела. А ты достань. Да ведь спрятана она у его Груня. Подруга. Не подруга, ты, а братина сестра. Груня! Ну что, девушки, а? Степа! В общем, я у тебя тут прибиралась, а Груня вот и пришла. Пришла, говорит, Мария, говорит, дай мне книжку. Ну, книжку, в общем, я и дала. Ничего? Ничего. Здрасте, Степанович. Я пойду, Мария. А что за книжка? Ну, это как я, это христианская война. Какая? В Германии. Ну да, в Германии. А Хенгельс? Фридрих Хенгельс. Полезная книжка. Только не рано ли будет? Чего же? Полезная книжка. Девушки, вам пора. Чего же вы? Ой, да верно, чего же ты, а? Иди, иди, не ждите меня. Я минут на пять задержусь. Христианская война в Германии. К чему это я осталась? Уехать бы сразу и нить поборвать. А ты из-за чего осталась-то? Из-за учения, из-за учителя? Ты это разбери. Ничего я, Манюшка, не разберу. Все в голове помешалось. А только жизни полной нет. А так тянусь от одни ко дню. Ладно, пойдем, что ли. Груня. Да ладно. Ну, полный сбор. Даже дед Семен с печи слез. Каждый, Степан Иванович, каждый свой вопрос в жизни имеет. Неужели каждый? Тогда надо начинать, а то, пожалуй, всему не ответишь. Здравствуйте. Груня, ты задай ему свой вопрос. Мол, любит ли учитель, нет ли? Может, он тебе ответит? А вот спрошу. Ой, да ты чего? Блин, ты даже затряслась вся. Даже шутки-то шутить нельзя. Ну-с, приступим. Вот я хочу спросить. Давай поближе к свету, а то не видно, кто спрашивает. Ставь на стол. Изобрел. Ага. Да только не вышло. Да в общем не действует. Так, попробуем разобраться. Да. Но Ершовский райком комсомола не помогает им. Он все еще выжидает каких-то особых
указатель. Да. Пропагандист колхоза имени Энгельса П.И. Болянингер. Болянингер. Саратовская область. Пышка, отец, ты пошел бы. Ну? Здравствуйте, Александр Сергеевич. О, Александр Сергеевич. Здравствуйте, как? Ивану Федоровичу, председателю. Сколько лет, сколько зим? Пожалуйста. Некогда, некогда. Одевайся, я за тобой. Откуда же? Что за спех? Вот чай выпьем. Да еще у меня к тебе есть два вопроса. Чай не хочу, на вопрос не отвечаю. В силу чего? А в силу того, что на вопрос тебе сын ответит. Ах, вон оно что. Вон оно что. Так, так. Ишь ты. Одевайся. Ну, к чему все это? К чему? Одевайся. Выражаюсь тебе. Передовой человек, а занимаешь такую позицию. Я вот из района приехал на твоего сына посмотреть. Ну, бери свои два вопроса, идем получать ответ. Какие еще будут вопросы? Какие еще будут вопросы? Вот у меня есть вопрос. Вот, поскольку я человек пожилой, ну, конечно, слышу, смекаю, что говорят, где Бога нет. Ладно, это я свободно допускаю. Но вот хочу узнать, откуда что взялось. Как что и сделалось, и кто все это и сделал. Вот мой вопрос. Вопрос непростой. И ответить на него сразу нельзя. Да, да. Ну, прежде всего, надо сказать так. Кто создал мир? Да-да. На этот вопрос отвечу точно. Никто. Как все создалось и из чего? Вот. Именно. Ответить тоже можно. Только для того, чтобы понять такой мой ответ, обязательно нужно кое-что знать. Так вот ты скажи, сын, ты скажи, а я именно определю, узнаю. Сказать. Ну, слушай. Все, что ты видишь вокруг, и ты сам произошло из единой материи. Материи? Это как мне определить? К чему вы? Материя постоянна, а мир вечно изменяется. Вот, к примеру, Земля. Сейчас. Что? Тверда. Куда твердей? А была туманность. Туманность. Ну вот. Для того, чтобы понять эти мои слова, нам всем нужно много поговорить, поработать, поучиться. Тогда все станет ясно до конца. Ну да, это конечно.
Какие еще будут вопросы? Ты что, Аграфена? Господи Мария. Степан Иванович, вот у меня есть вопрос. Пожалуйста. Что на Луне, люди есть или нет? На Луне жизни нет, Груня. Спасибо, Степан Иванович. Пожалуйста. Так, товарищи, сегодня на этом закончим. Вопрос серьезный. Куда там? От аэродинамики до космогонии. Вопрос серьезный. Да ответ маленько хромает. Зря. Отвечал он правильно. Она, видать, как правильно. Так что, Александр Сергеевич, на мои вопросы давай уж сам отвечай. Так-то наверное и будет. Беда с твоим стариком. Чего там беда? Школу давай. Будет школа. Александр Сергеевич, зайдете к нам? Придется. Степан Иванович, вот я стеснялся как-то вас спросить. Вот не могу разобрать, что есть анапест и что есть именно хорей или амхвибрахи, а? Что? Амхвибрахи. Или вот что, как сложиться нет. Тут как-то не точно изложено. Я этого не знаю, Петя. Не знаю. Зайди ко мне завтра. Вместе как-нибудь разберем. Ну что он? Эй, не говори. Да чё, расстроился? Чисто беда. Книжки все как есть перерыл. Из угла в угол бегает, сам с собой говорит. А теперь ты чё с ним? А сейчас я в шелку заглянула, у стола привалился. Не то он чё пишет там, не то так страдает, мучается. Чёрт. Мама, я пойду к ему. Ой, дядька, только бы он тебя не направил. А и направит Маня, так от его стерплю. Да. Что, Груня? Степан. Так-то, Грунечка, выходит, непростое дело людей-то учить. Иной раз и знаешь, а сразу не расскажешь. А иной раз и просто знания не хватает. А надо знать и людям передать, и людям передать. Вот что, Грунечка. Пойдете домой? Бросьте, пожалуйста, почтовый ящик.
Я не отступлюсь от тебя, Саня, так ты и знай. Взгляни и пойми, сколько народу и сколько меня. Зови людей в помощь. Люди будут, это отвечаю я. Школу давай. А не будет школы, убегу. Честное слово, убегу. Ты убежишь. От стыда убегу. Я же писал учителям, школа десятилетка, три этажа. Два этажа. Ну, два этажа, стоит на пригорке вокруг сад. Неужели? А ты как думал? Что они тебе на пустое место поедут? Ну, школа это так, а вот сад, это чего-то... За сад тоже отвечаю я. Школу давай. Будет школа, дай севом разобраться. Ничего я тебе не дам. Сейчас сев, потом покосы начнутся. Знаю, я не маленький. Эй, педагог, кончай разговор. Ты свое отвоевал, теперь дозвольте нам повоевать. Теперь у меня свой вопрос. И вопрос этот сев, а не сказать, картошка, извиняюсь, конечно. Ну так. Интересно полюбопытствовать, именно что и каким образом развивается в смысле учения молодежи. Это что-то такое есть. Как будто именно стих. Да. Кто автор? Сорокин Петр. Тут написано. Сорокин Петр? Да что же, ежели в том смысле, что он сам написал, то это небывалое чудо, и невозможно поверить. Тем не менее, факт. Сорокин Петр. На горе стоит большое Мариинское село. За селом и под горою бежит речка Весело. Там колхоз организован. Там согласно все живут, и во всем селе в обиду никого уж не дадут. Ха! Скажите, пожалуйста, ну кто мог это думать, кто мог гадать? Поэт, народный поэт, отложи. Петянька Сорокин. Петянька, вот тебе и Петянька, Петянька. Что делать-то? Лишь парнишку одного там все шпигуют, дразнят, бьют, потому что за него-то заступиться некому. И ни в будень, и ни в праздник не дают спокойно жить, до того его додразнят, что он к речке убежит. И, укрывшись от народу в прибережную траву, он глядит тихонько в воду на рыбешку на плотву. И как складно, черт сочинил, а? Он глядит тихонько в воду на рыбешку на плотву. А ведь кто он есть? Хулиган или Назгал? И да, что да. Мы видели от него, кроме горя? Да, ну, да, дела. Да. Ну, дела, ну, дела. Товарищ педагог, ежели мальчонке надо помочь в смысле материально, то колхоз на это средств не пожалеет. Пущай растет свой народный поэт. Вот что, батя, подачек ученику Петру Сорокину не надо. Ты тем Петьку поддерживать, школу бы лучше поддержал. А уж Петьку мы сами поддержим. Вы уж не волнуйтесь за это, товарищ председатель. Ха, опять. Но замечу, поскольку держишься ты этой школы упорно, то, видимо, школа эта все же будет. Вот мой сказ, а теперь гадай. На рыбешку на плотву. Вот они, как резво вьются, не обидят никого. И у парня... Слезы льются, не хватая щек его. И тогда зовет он матку. Ты приди, приди хоть раз, успокой речью сладкой, слезы вытереть в глаз. Ну, размокло. Ну, чего встало? И к чему это здесь ведешь? Люди сидят, ждут чай пить. Она встала у дверей, ну, воду из глаз лить. Ну, выйди да вздуй самовар. Вот что, отец, вы этот разговор бросьте. Пока я в доме, я не потерплю, чтобы член партии, старый партизан мог так помыкать женщины. До чего довели?
Не баба, а полудура какой-то бегает по дому. Пошел! Папаша с ним беседует. Это картина знакомая. Чему это вы, Степан Иванович? Погоди, Стеша. Ну, к чему это вы клиента режете? Дайте сюда. Прибрал он меня, маня. Степка-то говорю, прибрал. Как положение? Погодите, он вас еще не так приберил. Ну, ты не очень-то. Для чего власть взяли? Вот что, мои. Давно хотел тебе сказать. Как у тебя стыда хватает. Что вы, Степаниду, батрачку себе сделали? Сама нашла себе жизнь, а ей хоть бы каплю внимания показала. Она за тобой убирает, помой носит, а ты будто так и надо. Значит, не ходить. Куда еще? На спевку. Ой, не знаю. Сама подумай. Значит, закрепощаешь. Всем замуж не идут, брат закрепостил. Вот это так. Ну ладно, иди на свой спевку. А завтра возьмешь Степаниду на работу, приставишь к делу. Стешка-то, она уж поди позабыла, что к чему. Ну напомнишь. Мариинское село. А вот чем, товарищи, никудышной школой она знаменита. Как построили кулаки да целовальники, церковь на миллион, а школу на копейку. Так и живем. А чуть потянуло парнишку или девчонку к науке, то и норовят бежать из села, потому что здесь-то им в учение податься и некуда. Верно, Степан Иванович? Скажи, Степанит, скажи, народ ведь все свой собрал. Бабочки! Женщины-родительницы! Вань, да к чему? Да где же вы? Женщины! Вы не смейтесь надо мной, что я скажу! И что я вышла в престол на работу! А не была на работе сколько лет. Все по дому, все по дому. А теперь я вы...
пособасили. Ну что ж, время подходящее. Садись. Бать, что ты искупаться потянула? Ты поезжай, а я пешком дойду. Зачем пешком? Купайся. Я объеду, взгляну, в общем, обозрею, как управились с покосами, и заеду это место. Ну, спасибо. Одного я тебе, Степашка, не могу простить. Но как же это так, что Коська Худяков именно поднялся, вырос, в комбриге ромбу носит, в небе парит, от положения. Ты ведь не всем же в небе парить, батя. Ну, один в небе парит, другой по земле ходит. Так оно в жизни-то и бывает. Ой, нет, не понял ты меня, не понял. Эй-эй! Чего смотришь? А что такое? Что тебя убудет, что ли? Вот смотрю и смотрю. А по мне хоть как. О, как, о, как, о, как. Да ты чего на самом деле? Одеться-то дашь и нагишом тебя заставишь. Ну-ка что, одевайся. Позвольте, Степан Иванович. Ну, чего торопишься? Сядь. Поговорим маленько. И ноги не держит. Перекупалась там. Спасибо.
собирайся. Хороший Гриша Шмара, я хороший, Валю плюну, люблю, котёны, я хороший, постарайся. Ну что? И не говори, да чё, расстроился? Заперся, опять карточку достал, смотрит. Все-таки достал. Чисто беда. Я заглянула к нему, Степа, говорю, на закладку пора. А он как выгнет на меня, Мария говорит, ведь отец цвета весь черный, черный. Обеспокоился. Первый раз такую вижу. К чему бы это он? Кто его знает. Письмо какое получил, чего ли. Закладка-то не началась еще? Нет, еще Ремезова ждут. Грунь, ты погодите, маленькая, я пойду погляжу, как он что с собой там не сделал. Степа. Ну что тебе? Ты уж как хочешь, а только пора на закладку идти. Народ, ты уж собрался, поди. Сейчас. Ой, что ж такое делаешь? Вот она какая любовь-то вышла. Недолго. Степан Иванович. Живо пойдем в сельсовет, ну и дело с концом. Зачем же в сельсовет? Записаться, вот зачем. Ах, вот зачем. А я дурь не поняла. Думала, хоронить вы кого торопитесь. А вы, значит, записали. Только есть вот что, Степан Иванович, никуда ведь я с тобой не пойду. Так что зазря ты себя не беспокой. Никуда я с тобой не пойду. Вот и весь мой сказ. Ты бы спросил по любопытству, любит ли тебя или нет ли. Учитель, учитель. Человек вы будто новый. А ведь рассудили-то по-старому. Ну что, дурашка, Что ты так напугалась? Думал, ты надо мной шутку шутил. А нет. Как раз я над тобой пошутила. Вот ведь оно как. Я, мама. Айда за тобой, дочка. Я на закладку пойду, мама. Степушка, милый ты мой. Ой, да что же это я наделала?
лицо, Манюшка. Это чего же, кроме швань, произошло? Ты ему высказала, да? Открылась, да? Ой, Манюшка. Он надсмеялся над тобой, Грунь, да? Сельсовет позвал записаться. Что ты? Так значит, разлюбил его, Грунь, да? Это ты от гордости, Груня? От гордости, да? Никого я теперь никогда не полюблю. Никого мне теперь не надо. А его так и видеть не хочу. Пройду мимо, отвернусь. Верно, Груня, верно. На черт он нам сдался. Я теперь Маня в учение подамся. До полной учености. Так и учиться-то у его ж Грунь придется. Ну а что? Он на то и государством представленный, чтобы меня учить. А учитель, он, говорят, очень даже хороший. Куда лучше? Ну вот и пускай учит. А мы его обе десятилетку запишем и пущай учит. Ага, а ведь мы с тобой, Маня, ловкие, как мы до всего дойдем. До полной учености. Ну это уж как водится. Вот куда же? А ну, не смей задерживаться. Секретарь. Да. Лечу, Костя. Знаю. Знаю. Скажи, был в твоей жизни такой случай, чтобы ты чего-нибудь не знал раньше меня? А это был бы плохой случай. Такого случая я тебе не желаю. Скажу больше. Знаю, что летит, и знаю, с чем летит. Ну, друг, извини, я тоже. Значит, все в порядке. Так оно и должно быть. Как чувствуешь себя в связи с этим? Даже подумать страшно о событии огромной важности. Начнем? Пожалуйста. Шуми, Виноградяна. Война в Германии. Ну-ну, интересно. Значит, крестьянская война в Германии. Значит, есть поучительный факт истории. Являющийся важнейшим уроком в деле развития крестьянского движения. Средняя Европа. Ну, а кого вы назовете из людей, возглавлявших крестьянскую революцию? А Томас Мюнцер. Так. А кто это Томас Мюнцер? Это молодой человек, самый крестьян. Он, конечно, поднял крестьян из идеев против имущего класса. Он же и возглавил крестьянское движение. Ну да. А какое еще имя вспоминается вам в этот период истории? Какое? Да, какое? Еще. Лютер. Ну, Лютер. Ну, что же он? Это показал, на что способна мелкая буржуазия. А, буржуазия? Ну, бюргерство. Лютер прошел весь тот путь, известный нам именно по нашей, по русской буржуазии. В свое время Лютер, возбуждая народ, вопил. Обрушимся, говорит, нападем, говорит, на пап кардиналов.
на всю ту свору, говорит, римского Содома. Омоем, говорит, наши руки в их крови. Ладно. Но едва народ пришел в движение, едва народ стал представлять реальную силу, Лютер сразу же перетрусил, сразу же изменил народным элементом движения, в пользу, конечно, бюргерской, дворянской, княжеской его части. Вот черт, интересный факт, да? Да. Когда крестьянское восстание охватило всю страну, Лютер не задумался протянуть руку. Кому? Да тому же папе римскому, чтобы призвать всю эту свору к уничтожению лучших людей страны и Томаса Мюнцера в первую голову. И вот что он тогда запел. Игорь, крестьян-революционеров, нужно, говорит, бить, тушить, колоть, говорит, тайно и открыто, уничтожать, говорит, как бешеных собак. Вот уж именно, что сам бешеный собака. Да-да, слушаем, нет, слушаем. Нет, я так скажу. Особенное предательство сопутствовало всему течению революции, всей крестьянской войне. Возьмите чрезмерная доверчивость крестьян к этим бюргерам, феодалам, к таким типам, как некий Георг Трузев, это тальва крестьянской войны по определению того же Энгельса. Минуточку. Это кто же такой? Альба. Герцог Альба? Герцог Альба – кровавое чудовище. По приказу Филиппа II Испанского, огнем мечом прошедший по странам Средней Европы, самый жестокий человек того времени. Так вот этот Георг Трузев и возглавил разгром крестьянского движения. Пользуясь темнотой крестьян, он не гнушался никакой подлости. Он захлебнулся крестьянской. Энгельс так описывает падение города Петлингена. Какой-то? Город Петлинген, такой крестьянский город. А, так. Значит, Герд Трузис предложил объединенным отрядам Теуса Гербера, вот еще Фейербахера и Яшки Рорбаха перемирие. Ладно. Все поверили. Поверили. А он 12 мая 1525 года и напал на них. Напал. Достигнутые врасплох отряды, конечно, отважно защищались, но были преданы еще раз. Кем? Да, конечно же, бюргерами, открывшими город. Ну, я... Трузес устроил кровавую баню. Вожди отрядов бежали. Лишь Яшка Рорбах не оставил свой отряд и вместе с ним попал в руки к палачам. По приказанию Трузеса он был привязан к столбу, обложен дровами и зажарен живым на медленном огне. А сам Трузес пировал тут же, услаждая взоры этим рыцарским зрелищем. Это сколько же покрасили трудового крестьянства, а? А в силу чего? В силу чего? Задаю я вопрос. Постой, погоди. В силу того, что германское крестьянство не сумело связаться с рабочим классом. Вот положи. Хватит. Не было тогда рабочего класса. Этого не может быть! Иван Федорович, должен верно. Изнять, обобщите, сделать исторический вывод. Так ведь вывод ясен. Вывод ясен, вывод да, ясен. Ведь... Я вас прошу. Не торопись, селок, наперед, бойца! Тут сейчас положили, люди калякать будут. Товарищ Кондрих, это за что же нам так орят? Такой почет, да? Ну, какой там почет, дядя? Ну, как? А ну, аккуратненько, аккуратненько. Таня, Кость. Здорово. Степанида, довези ты, я тут иди. Мамашенька, мамашень свою признает? Маманя. Ну, что вы, мама, стыдно вам. А и постарела же ты, маманя. А ведь поди и я не помолодел. Баба Оля, орел какой прилетел. Степан Иванович, гляди-ка. Кустикина-то. Спасение. За что ж такое счастье, Лютер? Все, чего и к чему? Вот положение. Иван Федорович, слышь, Кустикина. Девки, гляди-ка. Степан. Здравствуй, Костя. Да что же я? Из головы вон. Товарищи, разрешите сообщить вам великую новость, великую радость. Ну-ка, ну-ка.
среди нас присутствует кандидат в депутаты Верховного Совета. Это когда? Это, товарищи, ваш односельчанин, мой земляк, вот Степан Иванович Лорутин. Его кандидатуру выдвигает наша часть. Ну, вот он тут перед вами. Иван Федорович, что это такое получается, а? Товарищ Репин, Саня, друг, силу чего и как именно в положении, а? Степан Иванович, и что это такое получается? А еще говорил туманность. Товарищи, это же мой, именно мой сын. Вот положение. Я старый партизан, отец четырех сыновей и одной дочери, из которых мне остались дочь Мария и один сын Степан Иванович, что остальных сынов убили на гражданской войне. Но те дети, что остались мне, есть мои дети. Есть моя плоть, кровь, есть моя радость и гордость. Но и как же мне теперь быть? Как высказать в словах ту радость и как передать ту гордость? Вот вопрос. Верно, отец есть. Это верно. Да только я ли их такими сделал? Только матка ли их такими сделала? Советская власть их сделала! Да здравствует эта власть! Вас положить! Вот приглашай. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Бронин. Теперь поди важный станет, Степан Иванович. Не поглядите на нас. Ай-яй-яй, что не дадут? Ну, как вам не стыдно, Груня? Не ожидал я от вас таких слов. Ну, что там? Ну что вы, Груня, право? Чего мне еще искать? И это мое счастье пережить трудно. Ой, так ли, так ли, Степан Иванович? Поверьте мне, Груня, здесь я свое счастье нашел, здесь я останусь на всю жизнь. Вот как наши пути уже шли. Вы что-то сказали мне, Груня? А ведь я в Москву уезжаю, Степан Иванович. Дальше учиться буду. Вот как? Хорошо, хорошо. Ну, поздравляю вас, Груня, желаю успеха, все. Степан Иванович, вот ведь какой вы кавалер. Бросили свою барышню, нет, чтобы до дома довезти. Ну, так не то я вас провожу, у нас ведь... Не надо, Грунечка. Не надо никуда меня провожать. Идите потанцуйте. Идите.
Да-да. Уезжает. Обе мои отличницы уезжают. Сестра Маня и Аграфена уезжает. Это которая Аграфена? Не та ли, с которой ты ланце танцевал? Та самая. Между прочим, интересная женщина. Да. Степан, Степан, как же так? А вот так. Не пользуюсь взаимностью. Степан, не узнаю тебя. Что за ответ? Надо приложить усилия. Надо добиться. Ах, Костя, друг. Слишком легко я добился однажды, чтоб потом потерять на всю жизнь. Прости, Степа. Кажется, вторгся. Виноват. Ничего, Костя. Между прочим, имею передать тебе привет. Ах, вот как? Да. От Кати, если не ошибаюсь. Привет. Да. Так и сказала. Увидите, говорит. Передайте привет. Спасибо, Костя. Не стоит. Степа, ты меня извини, я вздремну немножко. Да-да, Костенька, конечно, конечно, голубчик, конечно. Бы и ехать теперь неохота. Мария, замолчи. Ой. Это просто божечки, румыночки, воды боялись, а да вспомни, милый, как гуляли, как и расставались. Пусть скажу все, как есть. Пусть еще раз откажет. Но лучше знать, чем не знать. Верно. Правильно. Что ты, Костя? Я говорю, правильно. Как сказал, так и делай. А вдруг опять откажет Костенька? Пусть. Но лучше знать, чем не знать. Ну, подпишите. Живо. Живо. Сейчас же. Сейчас же. Сейчас же. Маня, уйди отсюда. Грунь, я не могу так остаться. Скажите одно только слово. Да? Или нет? Опять вы торопитесь, Степан Иванович. Один раз погорячились, и хватит. Проверьте себя. Ах, Груня, если бы вы знали, как все ясно сейчас. Сейчас ясно. Потом помутнеет. Да.
Вот будете в Москве, не забудете, так вспомните меня. Тогда скажете свое слово. До свидания, Степан Иванович. Стойте. Чудак, не правда? Теперь идите. Жизнь.